Ну що ж, ми прийняли зміну від наших колег і тепер протягом 2 годин з перервою на обід, звісно ж, ми з Олександром Филипповим. Всім привіт, Інна Усова, працюю для вас в студії в тандемі. Ми сьогодні в творчому, я Олександр Филиппов, як обычно, нічого тут не помінялося з вчорашнього дня. А ми будемо вас веселити, в принципі, весь день на телеканалі і в ближайшее час ми будемо робити це вдвоєм. Тож, що сьогодні будемо робити? Будемо проводити 1 травень разом з вами саме у такому режимі, у студії. Як ми бачили, 1 травень на карантині не такий вже і нудний, і все, звісно, залежить від бажання та настрою, а ось тут ми вам і будемо допомагати. Разом з гостями, звісно, мені здається, нам вже вдалося створити таку собі маївку, чилаутну розважальну, якщо хочете. Тож, давайте з нами проводити весь цей час. До речі, наш марафон триватиме у загальній кількості 12 годин, попереду ще багато цікавого. И вообще хочется поговорить о самой концепции 1 мая, Инна, вот ты, наверное, меня поддержишь, что в принципе люди, которые, знаешь, которые уже прошли несколько раз этот первомайский марафон, в принципе уже, наверное, сложно чем-то удивить нас, которые много видели. Я сейчас смотрю на 1 мая не столько как на возможность отдохнуть, потому что для журналистов это всегда работа, как правило, а вообще, в принципе, это, знаешь, вот как будто бы такая вот как масленица, встреча весны, когда люди могут себе позволить сойти с ума, там, ходить босиком по траве в первый раз в году, а некоторые даже купаются, открывают купальный сезон. Я не знаю, позволяет ли температура моря сегодня купаться, потому что и, в принципе, законы, насколько я понимаю, не позволяют. Но очевидно, что в Одессе уже окончен карантин, это заметили все абсолютно. Мне кажется, что все карантинные заходы напротив, они направляют людей, чтобы их порушивать и святкувати травневі свята и ходить на море, потому что ще вчора, ну я так теж грішила, і ми з подругою пішли до Аркадії прогулятися біля моря. Там було дуже багато одеситів і дуже багато тих, хто, ну, зважився скупнутися. І я хочу тобі сказати, мені здається, що їм було все одно, яка там була температура тої води. І, похоже, єдиний спосіб вообще сохранити здравий розсудок і відчуття себе як гражданина в цій ситуації, коли видні, ну, ограничення, яких більшість людей подавляюче просто не розуміють. Тобто не розуміють, чому можна працювати одним магазином, нельзя другим, чому епіцентру можна, другим нельзя. А єдиний спосіб виживати в цих умовах це просто не соблюдати ці дурацькі закони, ігнорувати їх, чим, собственно, в цій країні займаються вже десятки років. Да. Ми це осуждаємо навіть більше. Але теж, грішимо, втім, мені хотілося б з тобою поговорити про такі корисні речі, а то глядачі будуть думати, що ми заохочуємо до таких незаконних дій. Втім, ми сьогодні пропагуємо теж і добрі речі, зокрема, еко-речі, з якими ми будемо говорити в нашій традиційній рубриці Modern Talking з нашим наступним гостем. Ну що ж, з нами на зв'язку Володимир Чу, організатор фестивалю «Інстинкт Еко-фестиваль». Володимир, вітаємо вас. Добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте, рада вас бачити. С майовкою вас, с онлайн-майовкою поздравляємо вас і желаємо вам хорошенько віддохнути. Так, пропав. Ви взагалі святкуєте? Ну, звісно, ми вже зараз всі вместе, от вже будемо з самого обіду. Слухайте, ну ми тут з Олександром розмовляли про обмежувальні заходи, про карантини, про те, що все ж таки вже хочеться його припинити і вийти на вулиці, святкувати повним ходом. Втім, ну, наразі маємо до 11-го якось тримати, тож такий у нас марафон, такий собі 1 травень онлайн. А у вас хочемо запитати, ну, в принципі, ваші плани щодо екофестивалю, тому що ми розуміємо, що всі заходи, вони були відтерміновані зі зрозумілих причин, і ось ви готуєтесь, все ж таки відкриття екофесту буде. Яким воно буде? Буде відрізнятися від минулого? Якось карантин вплинув? Можливо, ви захочете, ну, масштабувати більше? Ну, знаєте, стільки людей наразі хочуть вийти, святкувати, ходити на заходи. Буде відрізнятися програма? Ну, в этом году, конечно, программа будет отличаться от предыдущего, потому что мы в прошлом году делали акцент на природу и на окружающую среду, которая находится в заповеднике Кунгурского парка.
Поэтому мы немножко в фестивале радикального самовыражения изменили в концепцию антифестиваля, на котором остаются те же самые кодексы, которые были. Кодекс дарения, кодекс не оставлять за собой следа. И мы решили поставить акцент конкретно на кодекс не оставлять следа. Я столкнулся с такой вещью в прошлом году, когда мы спасали большого поклака, и мы его все-таки спасли. Маленькая группа ребят, мы скинулись в кружку, отправились в диких условиях этого баклана к зоологам, которые сделали ему операцию, и что мы узнали, почему с бакланом была такая плохая ситуация, что он не мог питать, не кушать и валялся, как полудохлое животное. Так это в том, что внутри оказался пластик. Коробочки, зажигалки, полиэтиленовые пакеты. И мы подумали, так как мы находимся, делаем фестиваль в вертикальных таких условиях на территории заповедника, то почему бы нам не спасти и не помочь самому заповеднику? И так и образовался фестиваль, на который мы поставили сильно большой акцент, того, чтобы люди задумались из нашего примера, что вообще творится с экологией и с нашими друзьями, летающими птичками и животными, которые бегают в самом заповеднике и не только. Да, Владимир, вот, кстати, о птичках. Вот много говорится о том, что в связи с карантином как раз он очень благотворно повлиял на экологию, и что якобы действительно там природа очищается. Это вообще правда? Вы видите по экологии Одесского региона какие-то признаки того, что карантин повлиял благотворно? Или у нас и не было производства, и, соответственно, и закрывать нечего? Я не принимаю от вас звук. Ага. Пошел. Вы меня слышите? Вот сейчас да. Да, скажите, много говорят о том, что в связи с карантином природа очищается, и действительно там какие-то краснокнижные животные выходят чуть ли не по городам бродить. Вы вообще заметили, что в Одесском регионе карантин благотворно повлиял на экологию? Или у нас, в принципе, это не почувствовалось? Я не знаю насчет Одесского региона, я в данный момент застал в Италии, но я очень хорошо почувствовал, как карантин повлиял в Италии, что тут не встречают летать попугаи и такие, как спускаться с горца в самый центр города. А вы... У вас тоже звук так смешно пропадает, просто ровно на середине слова. Там какая-то пауза такая, и мы вообще ничего не поняли. Ну ладно. Я помітила, Олександр, я помітила, тому що я ще раз повторюся, ну днями з друзями гуляли на трасі здоров'я і бачили просто вода, ну чиста. Чиста вода. В морі. Так, да, идеально, конечно. Скажите, вот еще один просто вопрос, Владимир, если вы, конечно, нас слышите, если мы поймем ответ. Вы понимаете, что сейчас люди очень соскучились по социальному общению, и вообще любой фестиваль, который сейчас может проводиться, наверное, главная его цель – это как-то развлечь людей, потому что те журналисты, которые в Киеве, например, общаются и там делают материалы про то, как там постепенно, несмотря на запреты, открываются заведения общепита, они говорят, что люди туда приходят даже не поесть, они приходят просто поговорить с официантами, там, с бариста, который делает кофе. И эти разговоры могут длиться там часами. То есть человек приходит заказать чашку кофе и на час просто остается поговорить, потому что люди они соскучились по общению. Вам не кажется, что вот нужно как-то фестиваль переориентировать на вот такие социальные связи, знаете, чтобы люди могли просто пообщаться? Но фестиваль так и настроен на то, чтобы объединяло связи, объединяло с людьми интересы, и эти интересы между собой коммуницировали, и людям давали интересное, успешное будущее. Но как бы дополнительно на фестивале мы вместе с радикальными самовыражениями в темле большого развлекалова, там, где человек сам себя реализовывает и показывает, на что он может себя реализовать в диких условиях, не отталкиваясь от того, что у него нету связи доступа с интернетом, поскольку там связь не ловит, нету коммуникации, телефона, вообще нет. Он там отключается и начинает трансформироваться. А дикие условия вообще, что такое в вашем понимании? То есть, может быть, дикие условия для человека – это хорошо, знаете, повод такой немного встряхнуться и вообще, в принципе, вот как вы думаете, может, карантин – это очень здорово, это повод просто разобраться в самом себе, потому что в этом ритме рабоче-деловом, когда постоянно есть с кем поговорить, ты забываешь вообще о том, кто ты такой. Тут я с вами полностью согласен, потому что тут карантин повлиял абсолютно на всех и на все, и дал
очень хороший результат, чтобы люди уже как бы начали задумываться внутри себя, проводили внутреннюю чистку как дома, так и снаружи, так и в своих головах и мыслях. И в принципе нам карантин помог только тем, что еще больше наладил связи между нами. Мы начали пользоваться приложением таким как Zoom, одновременной конференцией. И в этих конференциях мы очень быстро, интенсивно собрали и проект, и партнеров, и единомышленников, которые не только будут помогать нам со сбором пластика, еще его сортировать, отправлять, перепродавать и еще на этом ставить выгодные экономические положения. Володимире, а чи спостерігаєте таку тенденцію, що ну щороку все більше людей, ну яким не все рівно, і вони не все одно, і вони до вас приєднуються, вони допомагають не тільки фінансово, просто збирають пластик, організовують акції, самі самоорганізовуються. Чи є якийсь ну шалений приріст за останні роки? Тому що ми розуміємо, що така еко-свідоме, розумне. Ну, відношення навіть до того, що ти купуєш, до пластику, до сортування, це така трендова вже тенденція, це модно. Чи спостерігаєте ви приріст тих, хто допомагає вам у цьому? Да, по сравнению как с прошлым годом, такая тенденция увеличилась по моим показателям ровно на 6-8 раз приблизительно. Очень многие группы, которые не имеют названия и как не имеют нейминга, сложные организации просто на фоне волонтерских условий к нам присоединяются. И как бы каждый хочет внести свою лепту, для него не обязательно вообще попасть в рекламных целях или получить какой-то фидбэк. Володимир, ви знаєте, от така новина, ну ми вас питали з Сашою, чи є у вас якісь інсайди, дані, можливо, від екологів місцевих, щодо того, що природа очищується, вода, там флора, фауна, все відновлюється, тому що ну, люди взагалі немає часу, і вони сидять вдома і не портять усю оцю. І є така новина, що в Іспанії помили, дезінфікували, так скажемо, пляж хлоркою для того, щоб від коронавірусу, так, для того, щоб дітям і взагалі всім відпочиваючим було безпечно. І там загинуло багато птахів, багато взагалі-то животних, тож, ну, будемо сподіватися, що у нас такого не буде, і все ж таки будуть, ну, будуть розуміти, що вони роблять. Ну, по-перше, у нас тільки дезінфектори. Вообще, а чим вредны вообще пляжи? Я просто так не могу понять тоже, опять-таки, вот эту логику. Мы не будем я очищать есть... пространство химическими средствами, это 100%. Что мы сделаем, так это соберем весь мусор, который найдем в полиэтиленовой кульке, распределим его по 4 видам: пластик, стекло, железо и полиэтилен. И будем дальше думать, как с ним вести переработку, а не просто выкидывать свалки, но свалка опять начинает распространяться. Ну що ж, у нас навіть є відео ваше, яке ви надіслали раніше. Як ви це робите? Давайте поділимось глядачами і побачимо, як це відбувається взагалі у вас. Этот год на нашей планете был очень показательный. Пожары, наводнения, землетрясения, таяние ледников, аномальные температуры во всех частях мира, а сейчас вирус. А показательным было то, что мы уничтожаем нашу планету с космической скоростью. И постапокалиптическая фантастика не так уж и далека от реальности. Хочется, чтобы с такой же скоростью уменьшалось количество пластика и полиэтилена в нашем обиходе. И каждый должен попробовать начать с себя. А по поводу вечеринки хотелось бы сказать, отличайте культуру от мусора. Ну що ж, ось так, дуже красиво, до речі, змонтовано.
Ну... Да, я, кстати, вот, Владимир, я смотрел информацию по миру. Сейчас те фестивали, вот, на которые мы, как там, музыканты, обычно ездим каждое лето, и которые всегда проходили при любой погоде, сейчас фестивали летние массово по миру отменяются, причем даже те фестивали, которые были запланированы на август. То есть вот на Западе просто люди, там вот в Хорватии, там вот крупные фестивали на Ибице, люди говорят о том, что в связи с тем, что правительство явно пока еще планирует сохранить карантинные мероприятия, и непонятно, когда откроется вообще для общения, да, когда будут разрешения появиться наконец-таки для проведения массовых мероприятий, они уже отменяют эти фестивали в связи с тем, что фестиваль это, знаете, ну, как бы музыкальная, это сложная история, это нужно заранее букировать артистов, это большие вложения еще на этапе подготовки, и, соответственно, люди решили не рисковать, и даже если там, предполагаю, что даже если через там, месяц вдруг будут сняты карантинные ограничения, они просто уже сейчас не успеют подготовиться к проведению. Вы вот когда смотрите, может быть, общаетесь с коллегами там, с других фестивалей, какая вообще обстановка, вот о чем вы говорите, и какие у вас от коллег есть инсайды? Но инсайды заключаются такие, что действительно те, которые фестивали являются коммерческими и которые требуют интернационального развития с диджеями, с артистами, с скульпторами, с художниками и со всем перформансом, то они, естественно, конечно, не хотят рисковать и не ведут риски проведения для того, чтобы не войти в ва-банк или не уйти в минус и потом искать дорогу, как выкарабкиваться. Поскольку у нас фестиваль является некоммерческим, мы изначально акцент ставили на региональных диджеев, на региональных артистов и на людей, которые больше привязаны к южному региону. Поэтому мы, в принципе, заднюю не даем, мы ничего не теряем, и как бы мы людям только даем положительный результат, потому что это будет проводиться на свежем воздухе. Здесь не будет массового скопления людей, так как фестиваль ограничит лимитом людей до 333. И я считаю, что как бы отталкиваться на то, что законы ставятся и создают пандемию, панику, конкретно коронавирусу, но это бредятина полная, потому что я нахожусь в Италии с самого дня эпицентра, и тут смертность намного меньше, чем в прошлом году. Я понимаю, что сейчас идет экономический перелом в мире, и они это все как бы превуалировали конкретно пандемии, связанные с вирусом, которого на самом деле не существует, а может даже он существует, и не в той форме, в котором его подают, и касается это дело только людей от 80. Ну, Володимир, мені здається, краще сьогодні не про якісь там конспірологічні історії, ну, так, думати, так, розмовляти. Все ж таки хочеться такої чилаутної атмосфери відпочинку. Дякуємо взагалі за те, що ви робите такі добрі речі. Сьогодні дійсно спостерігаємо, як люди замислюються не тільки над своїм життям, над життям тварин. Ну, я сподіваюся, що в Іспанії теж замисляться після такої, ну, жахливої катастрофи, взагалі, як так можна було зробити. Ну, і дійсно, от бачимо навіть на своєму прикладі, от мої колеги, мої друзі, ми всі купуємо, намагаємося мінімізувати використання пластику, ми купуємо багаторазові текстильні сумки, коли йдемо в супермаркет, ми намагаємося сортувати сміття і, ну, здебільшого я бачу, ну, такі прагнення. Можливо, це якийсь, ну, неточний зріст, тому що це моє коло знайомств, Сашине коло знайомств. Втім, ну, така тенденція спостерігається, і це дуже радує. І дуже радує, що є такі люди, як ви, які створюють такі фестивалі. І можна таку затравочку все ж таки, що цього року буде? Якось будуть, як будуть спілкуватися? Чи будуть обійматися? Що взагалі будете? Як будете розважати людей? Які вже так скучили за цим? Що обніматися будуть, тому що ми вже как бы, тут, коли бачимося, обнімаємося, це нам ніхто рамки ці не ставить. Звісно, ми пропишемо маленький закончик такой, чтобы все взяли в карман на всякий случай с собой масочки. Но так как фестиваль у нас идет по радикальному соображению, самовыражению, и корни пошли с фестиваля Burning Man, то у нас и так все в основном все время ходят в масках и готовы к пандемии, готовятся к этой пандемии уже 3 года. Поэтому, кроме того, что там будут красивые наряды, футуристические костюмы, будут устраиваться большие костры, вокруг костров будут
интересные танцы, выступления артистов как музыкально-электронных, так и лайв-импровизации, то я считаю, что завершение самого фестиваля будет очень фееричным, потому что мы уже не первый год это проводим. Знаете, вот я вообще смотрю тренд на Западе, там очень модные ребята, среди них пошло такое новое поветрие участвовать вообще в уборке территории вокруг фестиваля после их проведения, то есть обычно не эко-фестивали, да, понятно, что, конечно, после вашего фестиваля скорее станет чище, чем грязнее, но обычно фестиваль — это большая антропогенная нагрузка на природу, и вот молодые ребята, которые в том числе ездят на эти фестивали, там и пользуются как волонтеры какими-то привилегиями, они потом просто нарядные, красивые, молодые ходят и выполняют такую работу, которая, ну, пока еще, вот, может, нашим многим молодым ребятам кажется какой-то странной. То есть они собирают бутылки, там какие-то, там, ну, просто там, всю, весь этот мусор с пляжа убирают и чистят всю природу. А как вы думаете, может ли вообще в нашем регионе, в Украине в целом появиться такой тренд, когда действительно станет модно быть таким волонтером, и люди будут там в своем Фейсбуке с гордостью писать, что вот я волонтер, хожу, убираю мусор? А извините, я половину текста у вас опять. Это было бы легко, если бы вопрос был коротким, знаете, но когда вопрос длится несколько минут. Можешь ты, Слава, вот я тебя прошу. Скоро ты. Да, я думаю, что это будет. Я сам на этот вопрос отвечу. Взагалі-то я підсумкую. Саша хотів спитати, чи, ну, ми маємо приклад, звісно, не від екофестивалів, а від інших. Коли, ну, взагалі-то не дуже після чисто. Після фестивалю стало грізніє, да, так, просто. Так, ну, взагалі-то чисто, а тут як ви будете, як ви впораєтесь, така велика кількість людей, скупчення людей, нібито мета і маніфест фестивалю зробити все еко та чисто, втім, за цими людьми чи доведеться прибирати, який досвід маєте? Но я опять же говорю, что у нас опыт получился такой, что все предыдущие фестивали мы сначала отжигали, плясали, гуляли, потом все разъезжались, и мы какими-то маленькими там остатками... Залишались Насті и Киші. И мыли посуду. Фестиваль, который неделя гулянки, проходила потом еще в месяц отдыха и собирания вокруг на фоне спортивного интереса, кто больше соберет остатков, и как бы кто больше мусорный кулек сделал, тот и царь, как говорится. Но теперь подключились много ребят с разных и музыкальных групп, и разные кемпы. И вот одна из групп одесских, мне очень нравится, как она работает и развивается. Она называется «Вагант». И вот вы как раз можете презентовать рекламный ролик. Ребята на пляже убирают мусор и призывают уже людей массово и раскручиваться, как наши партнеры. Спасибо вам, Владимир. Владимир Чу, организатор фестиваля «Инстинкт Эко Фестиваль». Спасибо вам огромное, что вышли с нами на связь и, ну, что ж, и пытались понять, что мы говорим. Дякуємо. Спасибо вам, Владимир. Ну что ж, спасибо вам тоже. Я вас приглашаю на фестиваль, чтобы тоже с нами присутствовали. Але мы смітити не будемо. Мы будем убирать. Спасибо вам. Наши друзья из компании «Жарим кофе» в Одессе обеспечили нас не только этими стаканчиками, а еще и их содержимым. Я вот махнул уже чашку кофе с утра и могу сказать, что это работает. Я обычно просыпаюсь там ближе к 14, к 15 часам уже. Обычно я просыпаюсь в прямом эфире. Ну вот, потому что у меня такой образ жизни, я по ночам работаю, а активный период у меня начинается как раз примерно в это время. Ну и знаете, вот как раз это кофе помогло мне пробудиться. И сегодня компания «Жарим кофе» в Одессе продолжает работать, торговать кофе на вынос. Все это происходит абсолютно безопасно со всеми мерами предосторожности. Так что спасибо нашим друзьям «Жарим кофе» в Одессе. Компания, пожалуйста, вот можете попробовать тоже освежиться.